Тебя папа укусил. Тебя папа укусил. У тебя все желтое, что ли? Теперь еще. Ребят, всем привет-привет на канале «Пиратская жизнь». Вот прям не могу. Вот влез эту майку, и все, не могу. Вон я ту одевал, не надо. И что? Гнать. Какую ты одевал вчера? Вот эту. Ты нифига, ты вчера в желтой был вот без рукавки, вот да? Одевал. Да, а сегодня опять эту. Сегодня ну пойдемте хотя бы вторую торгового цвета купим, такую же. Ну я прям не могу, ну просто прям вот влез. Можешь ходить в туалет, пока еще можно. Все, девчонки, смотрите, видите, уже аж штаны до дыр протер. До дыр ты протер. А я, мне кажется, лучше их оставить немножко, все подзашить, и нормально будет все. Да, говорит, уже жопу видно. А? Видите, как мы тут это, шлендрим. Где? Кто-то порвалось. Что-то пошло не по методичке. Что-то все порвалось. Вот жопку, вот эту, вот отрастил себе. Вот и все. Вот кто-то отрастил. А эти еще не рвутся? Или эти уже тоже на грани? На грани ты. Я тебе говорил, давай побольше размер возьмем. Нет, у меня маленькая жопа. Вот, растянулись, аж до дыр. Чего подобного? Аж до дыр растянулись, вот. Нефиг был в них купаться. Смотри, по шву. А ты в них не купался? Купался. Смотрите, видите, по шву. Вот, по видите, шву, палец целый. Ну. Аж по шву. Тогда давай выкинем, что? Раз ты не хочешь их зашивать. Я бы их зашила. Да, зашей. Спасибо, зашью. А я погляжу. Много будешь знать, уж костаришься. Чего ты кинула? Теперь выкидывай. На. Ух ты, ух ты. На тряпочке пущу. Буду тебя мыть. Пущу. Ой, вот так вот, видите, здесь протерли до дыр. Короче, мы сейчас собираемся в Бигси. Хотим там кое-что приобрести домой. Ну, вообще там телеки есть. Посмотрим телеки. Пошли. Там таких нет. А здесь-то дырки нет? Ну? Чего ты тут? Я лезь. Дырки проверяю. Себя а у меня нету. У меня дырок нету. Есть. Вот знаешь, вот именно на жопе они не дерутся. Вот между ног иногда там дырки вот протираются. Где? На! Где? На! Где? Где? Вот. Где? Врет он все, врет все. Пошли. Пошли. Так и живем. Пошли, поехали. Ты иди, без денег не возвращайся. Не нужен ты мне без денег. Ты же, говорю, иди выкидывай. Что здесь? Ну, опять лифт не работает. Представляете, опять штаны протер. Ну, что ты будешь делать? Он берет маленькие. Они на нем это, в облипочку и ходят, какой-то раз трется. Все как так на жопе протираются. Он я между ляжек трется. Это нормально. А тут вот я не знаю, как умудряются. Обалдеть. Мусорят даже прямо в этом, в лифте. Что за люди? Вот, давай шустрее, я держу лифт. Быстрее там, бабка. Скрипи. Идет, скрипит, как бабка старая. Ну. Слышите, как бабка старая скрипит. А, сейчас закрывается, видишь, уже все. Я говорю, как бабка старая скрипишь. Пошли. Ты уже лифт на меня орёт, говорит. Ну, хренину мне держать. Что, все уже? Что бабка старая? Вон старая бабка. Все штаны пропердел. До дыр аж. Все штаны аж до дыр пропердел. Фу-фу-фу, таким быть. Фу, сама. Да-да-да. Мы приехали в Бигси. О, Санта-Фе. Наш любимый. О, здесь, кстати, можно вкусно покушать. Так что мы здесь не зря. Но это потом. Так, пойдем сначала закупимся. Где наш Бигси вход? А по-моему, где-то там. Вот. А там? Ладно, не спорим. Санта-Фе, очень хороший такой ресторанчик. Здесь, кстати, недорого и вкусно. Мясо готовят очень хорошо. А вот, если кто увидит, их, кстати, несколько по Паттайе. Очень советую. Здесь у вас, как всегда, распродажи. По-моему, даже барбер какой-то. А, это не барбер, это парикмахерская. А вот. Золото, бриллианты, алмазы. Китайские. По 100 бат. Китайские золото. И наверх там. Угу. Ничего не поменялось. А, в этот раз здесь другая машинка, да, кстати. Она тоже неплохая, да? Слушай, здоровая, конечно. Сколько такая стоит, интересно? Подожди, смотри. 3 тонн.
А, Митсубиши. Обалдеть, конечно. А, здоровая. В розовом громадная. Вот, кстати, цены, кому интересно. Да. Внутри прямо она громадная. Здесь сиденье, и сзади сиденье. И огромный-огромный багажник. Представляете? Да уж. Это, знаете, для тех, кто любит побольше. Пошли. Так, подъем на Big C. Получается, он здесь вот. Он на втором этаже как бы находится. Куча коробок всякие разные. Кстати, знаете, вот в Таиланд, я смотрю, вообще не борются с пластиком. То есть вот если многие там страны отказываются от пластика, вот, типа экология там все дела, но тут прям вот пластика дохренища. Это постоянно пакетики. Пакетиков, тут размеров, мне кажется, пакетиков. Ездят и собирают. Не, ну это, не, ну, все, ну, не пакетики же собирают, они бутылки собирают. Бутылки, пакеты, все. А пакеты не видела. Мы, кстати, были на островах на Кулане. Я там прям, знаете, пакет прям в воде был, на который в 7-Eleven дают. Я выловила и выбросила. Вот. С пластиком надо бороться. Банкоматы, магазинчики. Вот, берите лешку. Я сейчас еще посмотрю технику. Вот. Мы хотели посмотреть. Плюс, знаете, мне кажется, Big C, он немножко подешевле, чем Tesco Lotus. Вау, смотри, как красиво. Подожди, я посмотрю. Сувенирка. Ой, вообще. Смотрите, какая красота вообще. Ух ты. Супер. Супер, вы смотрите, какая красота. Слоны. Вов, вот, смотри. Кстати, почему интересны такие штучки? О, нет, это тогда невыгодно здесь брать. Вот такие невыгодно. Это выгоднее на рынке будет брать. 59 бат. Ой, не пахнет. Пахнет прям супер. Иди, походи, посмотри. Сейчас я приду. А что такое? Шапочка что-то какая-то. Вот такие шапочки. Прикольные. И летняя шапочка. 190 бат. Вот, смотрите, сувенирочка. По-моему, мыло тоже. А, нет, это уточка просто какая-то. Вот, и смотрите, кто, кому не нравятся сувенирки, можете вот сюда прийти. Ну, на улице, в смысле, брать. Вот здесь пора смотреть, сколько всяких разных. Пепельница тоже. Какая красивая. Даже пахнет. Жопа чья-то. Это просто жопа. Я думала, там сейчас кто-то будет, а это просто попа. Если мы повесить можно, видите? Прикольно. Слона, я так понимаю. Здорово. Фонарики красивые. Подушки, кружечки. Вот такие вот со слоником. Смотрите, 252. Красота. Да. Плачки. Вот, кто считает, что рынок грязный, там туда-сюда, пожалуйста, проходите. Правда, здесь вам будет дороже раза в 3-4, но увезете. Здесь фиксированная цена. На рынке можно поторговаться. Маечки вот такие вот. 400 бат, Таиланд. Разных размеров. Хлопок на ощупь. Видите, как возит его. Что-то делает. А, видите, проезжает. Нитки натянут. Вот такие вот очень красивые. Это мыло все. Но оно больше, знаете, такое мыло, его привозят как чисто, знаете, как сувенир. 99 бат. Ой, красота. Бомбочки. Пошли. Там шоу. Контент. Контент нашел? Пойдем. Нет, красиво. Что, кролик, что ли? А, не, слоник, слоник. Красиво. Кокосик вот, смотрите. Ой, запах такой классный. Прям как будто настоящий. Видите? Иду. Иду, чаву. Контент в школе. Кстати, да, у нас же сегодня 1 сентября. Всех поздравляем.
Давайте посмотрим, сколько в Таиланде стоит это блокноты, да. Ну вообще. Ежедневно. Но не, мне кажется, у них это как тетради. Да, вот видишь, полосочку. Вот 85 бат. Нифига себе цены. Обалдеть. Смотрите. Фига себе цены. По 85 бат, мне кажется, это очень дорого, да? Давай, открой, покажи. Так. Бумага такая приятная. Так, вот это по 29 бат, да? Получается. Да. Так, здесь у нас что такое? Так, здесь у нас какой-то, не знаю, тоже как ежедневничек. У нас такие тоже индиперстые стоят. Не дешево. Ну да. Здесь и подешевле. Ну, там сижу по 40. А ты в школе, получается. Вот такие вот пеналы по 119 бат с разными ручками. Вот такие вот маленькие. А. Подожди, вот тетрадочки тоже. Сейчас в клетку у них есть. А, типа такая вот. По 79 бат. Слушай, ну не дешево, не дешево. Он по 112. Вот такая вот, смотри, тетрадка у них. А. Да, дорого в Таиланде собрать ребенка в школу. Ой, я не знаю. Кстати, а сколько бы у нас это стоило? А это сколько здесь стоит такая? 10-50 штук. Это ручки, да? Да, разноцветные. Ага. 50 штук. 50 штук. Почем? 149. Ну, за 350 рублей, скажем так. У нас фига тысяч. Да, да. Вот тоже ручки, смотрите-ка. Это тоже набор. Вот. Карандаши. Ну, кстати, уже вскрыл, видите. Ну-ка, это что за ручка? А, это ручка, да. Оп, и все. Карандаши. А это карандаши, да. 149. Скотч, кстати, да. Опять ручки, набор. Слушай, а мы не будем брать этот чемоданчик? Мелкий. Маркер сколько? Набор, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 маркеров за 119, да. Вот ручки. Вот, сколько стоит собрать ребенка в школу? Вот, здесь тоже, смотрите. Это, я так понимаю, класть на стол, да? Вот такой вот картон. То ли картон, то ли что. Нет, картон это цветной. 22 бата. Так, что у нас тут еще? Вот такие вот штучки. Вот. Иду смотреть. Что у нас детям еще в школу-то? О, туалет. Наклейки, да? Прикольно. Ну, это разные. Гарбич, туалет, наклейки. Давай купим домой. Степлер, да, 49 бат, 150 рублей. Как у нас. Плюс-минус. Ножницы. Да. О, набор. Бензин. Да. 99 бат. А тут уже получается степлер. Мини. Всякие скрепки. Да. Точилка и прочее. Да. Ножницы 53 бата. А мы, кстати, по-моему, за 49 взяли в Фудленде. Вот такие вот скрепочки всякие. 25 стоит. Фига себе цены. Вот, кстати, я вот не знаю, кто собирал ребенка в школу, вот скажите, дороже, дешевле у нас это все? Вот напишите в комментариях. Просто мы, честно, я ребенка своего не собираю, он у меня уже сам, уже выросший. Он же сам собирает себе, да. Ну, кстати, интересно, вот просто даже сравнить цены на плюс-минус вот такие же вещи. Скотчу, да, 55 бат. Ну, на 3 примерно умножайте. Что тут такое? Клей. Стандартный клей. А-а-а. Для бумаги. Ага. Там всякие палочки. А краски здесь какие-нибудь есть? Карандаши посмотрели. Что еще там детям в школу? Пошли дальше. Подожди. С другой стороны, вон, смотри, сколько всяких этих. Это буклеты, я так понимаю, да? Это обложки. Обложки, да. Папочки. Папочка. Вот, такие по 50 бат стоят, кстати говоря, всякие разные. Для документов, для да, по 50 бат они все, да? Ой, какая милота вообще. Кстати, красивая очень. Ну, а сейчас тоже очень много вот этой всей фигни. Я не знаю, как сколько это стоит, правда. Только здесь это на их тему, они больше аниме любят. Да, они очень любят это аниме. Вот, смотрите, еще вот такие вот штучки, да, это для бумаг. Тоже. 95 бат. Все по 95. Есть подороже. Картон вон тоже снизу. Какие-то такие штучки. Всякие разные. Вот, боксики. Оп. Для мелочевки.
65 бат. Напишите, сколько у нас это все стоит. Вот реально, кстати. Так, у нас сегодня 1 сентября. Ну, собираю ребенка в школу. Очечки. Да. О, тоже вон тут, смотрите, ручек. Ой, обалдеть, сколько ручек. Пеналы. Охренеть вообще. Смотрите, сколько. Смотрите, сколько вообще. Набор ручек. Вообще. Опять набор. 20 бат. 60 рублей. Знаете, мне кажется, у нас сейчас ручки дороже. Здесь почти все по 20 бат. Мне кажется, у нас сейчас... А, даже по 15 у меня есть. Да. А вон снизу тоже, смотри. Это большие наборы уже. 135 это бат. Карандаши. Вот такие вот стоят. Красные ручки. Вот, взять вот это. Ну. Мне кажется, у нас дороже это. 50 штук. А-а-а. Ручка. Ну да. Синие. Чисто синие. 200 бат. Ой, я помню, когда училась, знаете, у меня эти ручки летели прям вообще очень быстро. 50 штук. Да. Причем они все автоматические. Да. Они какие-либо. Ой, у нас тоже автоматические в основном. Автоматические. Вот такие вот пеналы. Классные. О. Для девочек. Ой, смотрите, для девочек уже. Наборчик с карандашиком. Чего? Карандаш, да. Точилка и колпачок. И ластики. И ластики на каждом. Да. И сколько такое стоит? Причем все это? 69 бат. 180 рублей. Нормально. Ой, вот это вот. Блин, была бы я ребенок. Не, кстати, очень многие русские здесь, которые живут, у них же здесь дети учатся. Линейки. Да, линейки. 8 бат. Ой, вообще, кстати, копейки. 8 бат. Ну, такая вот линейка. Он даже какие-то вот эти вот, я не знаю, что это. 20 такое. Рублей. Что это такое может быть? А это, не знаю. Сочилки, может быть. Не знаю. Что это такое? Офигенно, что такое. Да, мне кажется, какая-то штучка. Да, это точилка. Вот такая вот линейка. Точилки такие, ё-моё. А это металлическая, да? Она, видишь, это с, я не знаю, дроби или тут что-то такое? Американский сетер. Да? О, смотри, линейка. Во, подожди. Вов, ну-ка иди-ка сюда. Вов, иди-ка сюда. О, смотри, подожди. Так, давай померим. Так, давай померим. Наш померить, точная система исчисления или не точная? Корректоры есть? А здесь тоже, смотри, ручки какие красивые. 17 бат. Красиво было. Ну-ка, ну-ка. А, это корректор? Это лента. Кстати, я помню, да, у меня здесь вот такая была. Уже и тогда, в моем детстве, была такая лента. Вот тебе корректор, 2 штуки. Уже совсем эти. Он там надавливаешь на носик, и он там выдавливается. Да? Есть вон такие вот с кисточкой. То есть, как обычная ручка. Да, полно. Такие. Да, вот. Да. Вот цены. Нету, 69. Кстати, где? А помнишь, мы последний раз покупали? Замазать сверху. Сколько стоило? Не помнишь? 193. А здесь никаких можно, нету. Получается, дешевле взять. Здесь нет таких. Что таких нет? Старых таких нет. Трясти надо. Да? Их вот нету? Такие, вот они, вот они. Марков вот тоже какой-то один. Их вот, да, такие они все, вот. Короче, новые. Детей в школу соберете. Набор карандашей. Ну так же дорого. 25. Мне кажется, у нас сейчас ребенка в школу дороже собрать. Кстати, сколько вообще сейчас ребенка собрать в школу? Со всякими там... А, слушай, а рюкзаки? Есть всякие рюкзаки? Для ребенка самое главное. Вот. Фломастер, да. Набор. 115. Он большой. А рюкзаки есть здесь? Посмотреть. Рюкзак. Рюкзак, например. Стоит. Ой, тут еще дальше. Нифига себе, сколько. Ну давай по-быстренькому, а то мы тут будем возле каждой сучки. Долго. Вот тоже, смотри, карандаши 125. Смотри, сколько их. 24 штуки. 36. 24. А тут 36. А здесь 36 набор. 159, да. 24. Вот тоже. Смотри, какие красивые. Вообще нормально. Копирка. Да. Копирка? А, да. Ой, вот тоже, смотри, что-то разукрашивать. Или что-то такое красиво. Клей какой-то, да? Это, да, акриловый клей. Угу. Как типа что-то клея. А вот набор красок, смотрите-ка. Краски. Они сколько, да, кстати, непонятно. А тоже, видите, как это акриловый. Да, шесть. А, 198. Ну, не дешевые, да. Кисточки 48, вот смотрите. Вот тоненькая, 58 бат, да. Вот здесь разные. Да. Вот давай, давай, да. Ручка, несколько цветов. А у меня была такая в детстве, я помню, китайская штука. Так.
Рюкзаков нет, что ли? Шарики. Вот такая вот какая-то штука для детей. Так. Ой, сколько здесь всего. В общем, кто говорит, что Таиланд отсталась... О, пойдем быстренько посмотрим. Да, здесь у нас игрушки получаются. Но детям в школу это не надо. Вот здесь тоже вот. Вот. Шарики, мячики. И рюкзаки, рюкзаки, рюкзаки. Ну, рюкзаки, конечно, не дешевые. 500 бат. Вот такой вот. 559. Вот для мальчика, например, 600. С Бэтменом. 600. Да. 600, 500. Ну, примерно 500-600, короче, вот так вот, да? В зависимости от размера. Вот. Так что вот, пожалуйста, приезжайте и устраивайте ребенка в школу. Ну, правда, обучение здесь, по-моему, очень дорогое. Да. Ладно, на этом видео будем заканчивать. Следующее. Мы сейчас еще походим. А вот, это просто было, знаете, 1 сентября. Маман молодец. Вот, контент подогнал. Кстати, напишите, сколько сейчас ребенку стоит собрать у нас в России, примерно, плюс-минус. Из какого города напишите? Да, в среднем. Вот, если у вас ребенок, сколько вы собирали? Сколько ему лет? Потому что я знаю, маленькие детки, маленькие детки, большие детки. Здесь выдают форму, кстати, в карточку. Ну, я вот это не знаю. Да. Все. А мы с вами следующий выпуск. Пока-пока.